привет! Меня зовут Соня, и вы смотрите новый выпуск программы о моем путешествии по солнечному Вьетнаму. На этот раз я нахожусь в романтичном, красивом, уютном городке, что расположен высоко в горах и неофициально называется городом вечной весны. Я в Далате! Этот город достаточно молодой. Свою историю он начал со времен колонизации Вьетнама французами, о чем говорят постройки в европейском стиле. Привлек основателей города местный прохладный климат на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сейчас Далат – это город-курорт, расположенный среди вечно зеленых лесов, многочисленных водопадов, озер, живописных долин, перевалов и природных парков. Именно благодаря своему географическому расположению Далат быстро завоевал популярность у европейцев, которые полюбили останавливаться в этом спокойном городке. Дорога в Далат ведет очень красивая. По пути может закладывать уши, так как поднимаешься по серпантину. Вокруг открываются живописные пейзажи и кофейные плантации. Еще со времен колонизации французы смекнули, что здесь не только отличный климат, но и плодородная почва, и положили начало выращиванию кофе в промышленных масштабах. Основные достопримечательности этой местности сотворены природой, но есть и рукотворные. Обо всем по порядку. Предлагаю начать с водопадов, которых действительно здесь очень много. Например, вот этот водопад под названием «Элефант», что означает в переводе «слон», один из самых мощных в окрестностях Далата. Его высота более 30 метров, и в отличие от других, он достаточно дикий. Толп туристов и торговых лавок тут нет, только одна кафешка, которая появилась сравнительно недавно. Второй водопад, который я посетила, называется «Прен». В отличие от предыдущего, здесь разбит целый парк. Большая территория для прогулок, развлечения для туристов, торговые лавочки, зоопарк и дегустация знаменитого на весь мир кофе «Люак». Да-да, тот самый сорт, что проходит через кишечник вот этих милых зверюшек. Они питаются на кофейных плантациях спелыми отборными ягодами, переваривают мякоть, а затем кофейные зерна выходят естественным образом. Конечно, это потом все моется, сушится, зерна обжаривают и получают дорогой сорт кофе. Я, конечно же, не удержалась, да, собственно, и не сильно пыталась, и попробовала этот напиток. Крепкий, насыщенный, но я, видимо, не такой эксперт кофе, чтобы отличить его от обычного. Но продегустировать стоит. В общем, на территории этого водопада, на территории этого парка можно покататься на слонах, буйволах и страусах. Можно еще, конечно, на лошадках, но это как-то совсем обычно. Угадайте, на ком решила прокатиться Сонечка? Я была бы не я, если бы не оседлала страуса. На мой взгляд, это самый интересный вариант из представленных. Говорят, страус – самая счастливая птица, потому что каждые 45 секунд жизнь у нее как с чистого листа. Эх, прокатит меня и даже никогда об этом не вспомнит. Ну да ладно, зато у меня останутся впечатления. Кофе попробовала, на страусе прокатилась, теперь и на водопад можно посмотреть. Ну и, конечно же, проходя под этим водопадом, нужно загадать свое самое заветное желание. И оно обязательно сбудется. По крайней мере, тут все так говорят. Вообще, здесь куда ни приди, везде можно загадывать желания. Пусть это и байки для туристов, но я загадывать желания люблю. Поэтому не упускаю ни одной возможности. Хочу вам показать еще один парк, который, на мой взгляд, заслуживает внимания. Расположился он вокруг водопада Датанла. Это достаточно большой трехуровневый водопад протяженностью 350 метров. Одно из развлечений в этом парке – спуск с горы на электросанях. Сразу дам вам вредный совет.
Дождитесь, чтобы человек перед вами уехал как можно дальше, и уже тогда мчите с ветерком. Внизу вас ожидает красивый, полноводный, мощный и очень фотогеничный водопад, где во время жары можно отдохнуть в его освежающей прохладе. Я долго рассиживаться не могу, так как нужно показать вам еще несколько интересных мест. Одна из главных и самых посещаемых достопримечательностей в Далате – это Crazy House. И я не могла обделить его своим вниманием, поэтому сейчас покажу, как эта достопримечательность выглядит и почему называется Crazy House. Это не дом сумасшедших, если вы уже успели так подумать. Нет, это дом со странностями. Автор этого отеля – местная жительница госпожа Данг Вьет Нга, которая обучалась на архитектора в Москве. Видимо, на памяти России у госпожи Данг за стеклом стоит наша отечественная старушка Жигули, которую так любят фотографировать русские туристы. Как говорит сама автор, построить такой отель было ее мечтой. По ее задумкам, Crazy House отображает единение с природой и свободу мышления. Строение похоже на сказочные домики неправильной формы или огромные деревья с выступающими корнями, многочисленными дуплами и переплетающимися ветвями. Несмотря на большое количество посетителей, отель этот до сих пор работает. В нем 9 номеров и домик для молодоженов. Честно, не представляю, как здесь можно жить. Туристы так и норовят заглянуть в каждую комнату и сделать фото. Если вас не будет беспокоить такое внимание со стороны незнакомых вам людей, то вполне можно остановиться на ночлег. На самом деле, этот Crazy House строится просто с сумасшедшей скоростью. Вот этого зала, который посвящен морской тематике, еще не было год назад. Кажется, госпожа Данг не может остановиться творить, хотя этому есть объяснение. По законам Вьетнама, пока объект не достроен, за него не платятся налоги. Госпожа Данг смекнула и дополнительно выкупила соседние земли. Впервые в Crazy House я побывала 6 лет назад, и тогда он меня впечатлил. Чувствовалась в нем какая-то загадочность, атмосфера. Сегодня, в связи с постоянной стройкой, на мой взгляд, Crazy House потерял свою самобытность. Все это стало похоже на одну большую фотостудию, куда каждый день приходят сотни людей сделать новые фоточки. А вот сейчас действительно важная информация для путешественников. Рядом с Crazy House, напротив, через дорогу, можно купить вкусные жареные пирожки с бананом. Выглядят аппетитно. Перекусив, отправляюсь в одну из самых необычных пагод во Вьетнаме. Называется она Линь Фуок. Издалека выглядит как обычный храм в азиатском стиле, но, подойдя поближе, видишь, что не так уж он и обычен. Фасад зданий украшает мозаика из битой керамики и стекла. Говорят, весь этот бой свозили сюда со всей округи. Какой посуды здесь только нет. В дело шло все. Вазы, тарелки, горшки, бутылки. По-моему, очень интересное архитектурное решение. Лично я таких пагод не встречала. Одно из самых популярных зданий этого храмового комплекса – семиэтажная колокольня. Во-первых, в ней находится 10-тонный колокол, а во-вторых, в связи с этим – ритуал. Помните, я говорила вам, что тут всюду можно загадывать желания? Так вот, Линь Фуок не стал исключением. Слушайте, ну у меня сегодня просто не день, а праздник. Опять иду загадывать желание. Чтобы ваше желание отправилось прямиком в небесную канцелярию, необходимо взять вот такие две бумажечки, ручку и записать здесь все-все-все свои сокровенные желания. Единственное правило, о материальном мы не пишем. Вот, потом мы приклеиваем эти бумажечки к колоколу, бьем в него, и смс-очка во Вселенную отправляется. Ну что, погнали? Ох, чувствую, мне двух бумажечек будет мало.
Ну что ж, посмотрим, правда ли все желания, загаданные в Линьфуок, сбываются. Главное теперь не забыть, что я там написала. Еще одно здание, которое заслуживает внимания, посвящено богине милосердия Гуань-инь. Этот зал, пожалуй, самый роскошный. Несколько этажей разноцветной мозаики, колонны, в центре изваяния самой богини и большое количество монахов. Не сразу понимаешь, что они восковые. Даже как-то жутковато немного. Кстати, кому-то может стать жутковато от ада, в который здесь можно спуститься и пройти все его круги. Наверное, я должна сейчас сказать, что особенно впечатлительным сюда лучше не ходить. Но даже байки у костра куда страшней. После ада рекомендую посетить райский сад, так сказать, восстановить баланс. В завершение этого выпуска хочу сказать. Талат – замечательное место, красивый город, очень много мест, которые нужно посетить, места эти красивые, интересные. Но, друзья, мой вам совет – минимум на 2 дня, хотя бы на 2 денечка с ночевкой, чтобы, ну, постараться все-таки насладиться атмосферой этого города, а лучше 3. В Далате хочется сбавить скорость, насладиться пейзажами, чистым воздухом. И если вы окажетесь в этих краях, не лишайте себя такого удовольствия. Друзья, у меня на этом все. Хочу вам сказать большое спасибо, то, что это время вы провели со мной. Увидимся, до скорых встреч. Пока! Да что ж столько байков-то сейчас проехало, господи! Па-па-па-па.